Що ж, дорогі друзі, ми повертаємося до студії, і у нас вже в студії є гостя, яку ви добре знаєте, Марія Приходько, головний спеціаліст відділу з питань призначення, перерахунку та виплат пенсії номер 1 управління в Заводському районі міста Миколаєва. Отож, раді вітати вас, дякуємо вітаємо за те, що вас. Завітали. Ми вже анонсували, що сьогодні ми будемо говорити про призначення пенсії по інвалідності. І хотілося б вже задати перше питання, які основні умови призначення цієї пенсії по інвалідності? І так, давайте розкажу основні умови. Так, пенсія по інвалідності назначається в случае наступлення інвалідності, яка произошла, повної або частичної потери трудоспособності, независимо від того, працював чоловік в цей момент чи не працював. Угу. Також ще ви сказали, що для призначення пенсії по інвалідності необхідний певний стаж, так? Якщо його немає, який він має бути взагалі? Давайте более подробно по этому расскажу. Давайте сразу же, там есть у нас заставка. Так, схему, давайте проиллюстрируем первую схему. Чтобы каждый желающий мог это увидеть. Да, вот именно схема, по которой видно. Итак, лица, признанные инвалидами, имеют право на пенсию по инвалидности в зависимости от группы инвалидности при наличии такого страхового стажа на момент наступления инвалидности или на день обращения. То есть независимо от того, на момент наступления или на день обращения, сколько надо лет стажа. Вот смотрите. По первой группе, для достижения особой 20, до 25 лет включительно надо 1 год стажа. От 26 до 28 – 2 года стажа. От 29 до 31 – 3 года стажа. Еще раз обращаю внимание, что это для инвалидов первой группы. Ниже идет табличка, вы можете глянуть, по второй и по третьей группе инвалидности. Для лиц возрастом до 23 лет идет 1 год стажа. И вот, допустим, для людей, которые получили инвалидность от 56 до 59, у которых возраст, надо как минимум 14 лет стажа. Отож, також мені цікаво, що... Можна я ще розкажу такий момент? Що робити, якщо, допустим, немає такого стажу? Так, що в цій ситуації? Якщо, допустим, чоловік приходить до нас, і ми просчитуємо, що у нього не вистачає цього стажу, в цьому випадку вже пенсія назначається не в пенсійному фонді, а в соціальній защиті. Зрозуміло. А якщо людина отримує свою інвалідність під час проходження строкової служби, чи необхідний і в цьому випадку стаж роботи? Давайте более подробно скажу. Смотрите, если, допустим, человек получил трудовое увечье именно во время своего прохождения военной службы, то в этом случае стажа можно вообще не иметь. В этом случае пенсия однозначно назначается в пенсионном фонде. Угу. А взагалі, який розмір пенсії, яка призначається по інвалідності? Мінімальний розмір пенсії по інвалідності на сьогоднішній момент равен пенсії по возрасту мінімальній, в розмірі 949 гривень. Це назначається у нас в пенсійному фонді. Угу. А взагалі, на який період призначається пенсія по інвалідності? Чи є якісь умови, терміни, обмеження? Так, пенсия по инвалидности назначается на срок, именно когда именно дают инвалидность. Если, допустим, инвалидность дали на 1 год, значит, мы будем выплачивать пенсию в течение 1 года. Если, допустим, дали инвалидность на 2 года, значит, мы будем выплачивать на протяжении 2 лет. Если дали инвалидность пожизненно, соответственно, что будем ее платить пожизненно. Такой еще момент скажу, что если, допустим, человеку дали инвалидность на год, но через год он имеет право пройти повторный. Тож, якщо людина, в неї залишається інвалідність або хвороба, через яку вона отримала інвалідність, в неї продовжується, вона може продовжуватися? Вона може. У нас такі случаї є дуже часто. Чоловік проходить повторний раз і по 5, і по 6 разів, і кожен рік просто продовжує собі таким образом інвалідність. А що таке взагалі пенсія по інвалідності в розмірі за віком? Давайте более подробно расскажу. Угу. Давайте еще расскажу предисловие по этому поводу. Расскажу именно по поводу, какие группы и сколько процентов, как мы платим. Угу. Итак, по пенсии по первой группе инвалидности платится 100% пенсия. Но опять-таки не меньше, чем 949 гривен. По первой платится 100%, по второй платится 90% и по третьей платится 50%. Угу. Во всех этих случаях, если, допустим, по третьей группе мы пенсионеру насчитали пенсию 400 гривен, то мы все равно будем платить не менее, чем 949 гривен. Угу. Зрозуміло. Я пропоную трошки... Давайте более теперь подробно мы чуть отвлеклись. Я сказала по этому поводу. Давайте вернемся по поводу пенсии по инвалидности в розмірі за віком. Да. В чем разница? Вот если, допустим, человеку дали вторую группу инвалидности, по второй группе, я сказала, платится 90%. Угу. Инвалидность в розмірі за віком отличается тем, что это уже идет 100% пенсия. Угу, зрозуміло. То есть 100% именно платится полной пенсии. Но там есть определенные условия. Что самое? Первое условие – человек должен не работать.
И если, допустим, он трудоустраивается, то тут же он должен прийти к нам в пенсионный фонд и об этом сообщить. В таком случае что происходит? В этом случае мы уже платим ему не 100% пенсию, а садим просто одну пенсию по инвалидности и платим 90%. А если людина або ее работодавець упустили цей момент, можливо, звісно, що незнання законів не звільняє від відповідальності, але якщо пропустили цей момент і людина працює, не прийшла до пенсійного фонду, чи відслідковується це якось, чи може пенсійний фонд повідомити людині про те, що ось не можна так працювати, ми тобі трошки відріжемо пенсії? Если, допустим, человек устроился на работу, не пришел, но об этом не сообщил, конечно же, пенсионный фонд этот момент отследит, и, конечно же, мы об этом сообщим человеку и вызовем его. Но людина не будет покарана, ее может просто спочатку повідомити. Сначала мы сообщаем, мы приглашаем, и, соответственно, если человек, допустим, работал в течение месяца или двух, соответственно, что у него уже идет переплата пенсии. Это, в принципе... Что такое же такие моменты? Это має бути офіційне трудовлаштування? Обязательно. Обязательно трудоустройство, которое отчисляется в пенсионный фонд, потому что только лишь у нас это все видно. Давайте еще скажу такой момент. Я сказала про первое условие, что он должен не работать, чтобы получать пенсию по инвалидности, по крайней мере, по возрасту. Второе условие, если, допустим, это касается второй группы, то там есть именно табличка, которую тоже, кстати, покажите, пожалуйста, на экране. Ну так, давайте выведем на экран наступную табличку для иллюстрации. Да, вы можете увидеть, это не работающим инвалидам второй группы, и они имеют право получать пенсию по инвалидности в размере по возрасту. Там есть определенные условия, что если, допустим, у женщин есть 20 лет стажа, и у мужчин 25 лет, и возраст идет до 46 лет, то в этом случае они могут получать инвалидность в размере по возрасту. И точно так же вы можете наблюдать далее. Вот, например, допустим, у женщин возрастом до 59 лет, если есть стажа 25, а у мужчины 30 лет, и у них вторая группа инвалидности, в этой ситуации они будут получать пенсию по инвалидности в размере по возрасту. Угу. Еще такой момент, давайте скажу по поводу третьей группы. Если, допустим, третья группа по инвалидности, то в размере по возрасту человек не работает, оно вдвойне выгодно, как правило. Почему? Потому что, как я говорила, по первой группе платится 100%, угу. По второй платится 90%, по третьей платится 50%. То есть, смотрите, если, допустим, по третьей группе платится 50%, а по инвалидности в размере по возрасту, я сказала, 100%, и человек не работает, конечно же, ему выгоднее прийти к нам, написать заявление, то, чтобы получить пенсию по инвалидности в размере по возрасту. Если, допустим, он работал на момент наступления инвалидности, потом он уволился, он приходит к нам, пишет заявление о том, что он не работает. И в этой ситуации... Мы уже пересчитываем его на инвалидность в размере по возрасту. И он уже получает свои не 50%, а 100%. Но тут уже немножко другие условия. Тут женщинам надо иметь стажа общего не менее 30 лет, а мужчинам не менее 35. Угу. А якщо немає, то в такому випадку? Та тільки буде пенсія по інвалідності. А я зрозумів. А як буде в тій ситуації, як відбувається нарахування пенсії по інвалідності за віком, якщо, наприклад, змінюється група інвалідності, або ж особа є здоровою? Стає здоровою, так визнається. Смотрите, давайте расскажу, как начисляется пенсия по инвалидности и как начисляется пенсия по возрасту. В принципе, система начисления идет одна и та же. Как мы говорили в предыдущих передачах о том, что надо, какие основные документы. Трудовая книжка, оригинал и копия, военный билет для мужчин, дневное обучение. И точно так же для женщин уход за детьми точно так же добавляется стаж. Пенсия по инвалидности назначается таким же самым образом. Нужны все те же самые документы. Угу. Когда, допустим, человек получает пенсию по инвалидности, и вдруг у него уже наступает возраст, в этой ситуации он может перейти на возраст. Угу. И получается, и очень часто, смотрите, если, допустим, человек работает официально на работе и получает пенсию по инвалидности, по третьей группе, как я сказала, платится 50%. Если, допустим, он переходит на пенсию по возрасту, ему уже будет платиться 100%. То есть в большинстве случаев, как правило, это выгодно. Но там надо им насчитать индивидуально, там еще есть определенные условия, но это для этого надо уже более подробно подходить в пенсионный фонд, потому что просто более долго надо объяснять и рассказывать, какие там еще есть определенные нюансы. А ось чи можуть громадяни, у яких пенсія, наприклад, за інвалідністю, якось відслідковувати дистанційно, тому що приходити не кожна людина зможе, у кожного, можливо, свої проблеми, звісно, якщо людина ще хвора. Зрозуміло, до чого і наведе, до того, що ми весь час анонсуємо нашим телеглядачам, так, це дистанційну форму контролю. Давайте розкажемо все ж таки глядачам ще раз, проінформуємо. Да, давайте розкажемо більш подробно. Да, такі условия є. І так, для контролю даних, які впливають на майбутнє пенсії, створено веб-портал.
Попросимо його також вивести фотознімок цього порталу, так, щоб побачили саме таким. Це портал пенсійного фонду, на якому ви можете узнати про свій накоплений стаж, посмотреть начислений роботодателем заробітну плату для пенсіонерів, узнати про текущий розмір пенсії, по якому закону назначена пенсія. Мы приглашаем всех граждан зарегистрироваться на бесплатном электронном ресурсе веб-портал Пенсионного фонда Украины. С помощью интернета вы имеете возможность, не выходя из дома, решать любые вопросы пенсионного обеспечения с минимальной затратой времени, средств, сил и постоянно контролировать данные, которые влияют на размер пенсии сегодня и в будущем. Угу. Також хотілося б ще декілька таких моментів нагадати знову ж таки нашим телеглядачам, де можна зареєструватися, яким чином, які документи вам треба надати. Для этого надо прийти в пенсионный фонд Заводского района. При себе надо иметь оригинал паспорта и идентификационного кода. Для этого надо написать заявление в пенсионном фонде. Мы находимся по адресу проспект Октябрьский, 55Е, третий этаж, 308 кабинет. Угу. Наш телефон 58. Попросимо також так режисерів наших вивести на екран титри з телефоном та адресою, для того, щоб, якщо у вас є бажання і необхідність, то ви могли записати ці номери та адресу і звернутися за допомогою необхідною. По телефону 58-38-31. Угу. І я вам скажу такий момент, що для кожного чоловіка це дуже важливо зареєструватися в тому плані, що дуже удобно для пенсіонерів, не виходя з дому. Можна зайти, посмотреть, який у нього розмір пенсії, який у него точно день выплаты, какие вопросы возникают. Если, допустим, человек инвалид или просто обычный человек, который не является еще пенсионером, может спокойно зарегистрироваться на веб-портале и зайти посмотреть, идут ли за него отчисления в пенсионный фонд, начиная с 1 июля 2000 года. Угу. Это очень удобно в том плане, что очень многие люди, устраиваясь особенно в частные фирмы, думают, что они работают официально. А очень часто мы сталкиваемся с таким, что когда люди к нам приходят обращаться за пенсией, мы открываем отчисление на этого человека, оказывается, что он 5 лет работал у частного человека, а за него никаких отчислений не было. Угу. И получается 5 лет ему стаж таким образом не идут. Розуміло. Тому всі зацікавлені, я думаю, в тому, щоб слідкувати саме за станом щодо себе. Тому що про майбутнє необхідно пам'ятати вже зараз. Так, і думати сьогодні. Отож, дякуємо вам сьогодні за інформування. Я нагадую, що у нас сьогодні в гостях була Марія Приходько, головний спеціаліст відділу з питань призначення перерахунку та виплат пенсій номер 1 управління Пенсійного фонду України в Заводському районі міста Миколаєва. Дякуємо вам. Як завжди, чекаємо до нас до студії розповісти ще не на одну тему, яка цікавить наших громадян, жителів міста Миколаєва, тим паче, що вам є що розказати. Дякую вам, що мені було приємно з вами спілкуватися.